В сфере образования Жамбылской области достигнуты успехи. В частности, в этом году в регионе реализуются различные проекты. В целях дальнейшего совершенствования работы в этом направлении запланировано ежегодное выделение средств от государства. Являясь активным участником процесса модернизации, наша страна уделяет особое внимание воспитанию образованного поколения. В рамках поручения главы государства по реализации национального проекта «Комфортная школа» было отмечено, что до конца 2025 года будет вестись строительство школ нового формата на 800 тысяч ученических мест, что позволит полностью решить проблему трехсменных и аварийных школ. При возведении школ применяются самые высокие, современные и единые стандарты строительства и оснащения. О работе, проводимой в Жамбылской области в данном направлении, рассказала заместитель руководителя областного управления образования. В целом по области в текущем году функционирует 499 общеобразовательных учебных заведений. Из них дневных государственных организаций образования 446, частных организаций образования 45. Также есть три вечерних школы и специальных организаций образования. В целом в области в текущем учебном году основное внимание уделяется строительству школ, капитальному ремонту объектов образования, ведь качество его зависит прежде всего от оснащенности школ материально-технической базой. Поэтому ежегодно объем средств, выделяемых на образование, растет. В этом году ведется строительство 25 объектов образования, из них 9 школ и 5 пристроек. Условия, создаваемые для учащихся в школах, оказывают большое влияние на становление и воспитание образованных, конкурентоспособных личностей. Кулеш Умурзакова, Ислам Хамшабек, Азамат Бескенов, 77 News.